Любители футбола, мы с вами присутствуем на удивительном матче. Звезды мирового футбола, все лучшие футболисты, которых себе только можно представить, собрались на этой площадке. Месси, Криштиану Роналду, Кака, Булыкин, а также таинственный игрок сборной России. Честно говоря, пока на общем плане не видно, кто же это. Может быть, Жирков, может быть, Аршавин. Посмотрим. Мяч в центре. И игра пошла. Великолепную технику демонстрируют братья Месси. Двигайся, хорошо. Ситуация ворот правых. Опасно. И мяч. Непонятно, пересек ли линию ворот. Что скажет судья? Да, это гол. Вратарь занес мяч в ворота, так что счет матча открыт. Еще один опасный момент. У ворот правых Булыкин. Забивать надо такие моменты в шпагате. Булыкин едва не переправил мяч в ворота, но получил, судя по всему, травму. Прихрамывая, Булыкин возвращается в поле и, по-моему, собирается отомстить обидчику.